Взрыв в Днепропетровской области. В одном из сельских кафе клиент бросил в толпу людей гранату. Почему? Подробности расскажет Елена Миндалюк. Все произошло этой ночью. В кафе села Знаменовка. Между посетителями сначала возникла ссора, которая закончилась дракой. Один из посетителей бросил в толпу гранату. Осколки разлетелись на несколько метров. Пострадали 16 человек, среди них и подростки. Четверо уже обратили за помощью в областную детскую больницу. Кто-то крикнул «граната». Я начинаю просто убегать и услышал взрыв. Ну, не услышал, а почувствовал взрыв. Потом начались крики, все разбегались просто так. Раненый, не раненый, там кровь. Я метров 10 был от гранаты, это точно. И в меня вот это залетели осколки. По словам врачей, у пострадавших подростков множественные ранения. Осколки в основном повредили ноги и руки. Проблем по лечению пока не предвидится. Детям проводится консервативное лечение, готовится на отсроченные оперативные вмешательства, которые рассчитаны на возможное удаление осколков, которые будут мешать в дальнейшем жить. Полиция уже задержала человека, который бросил гранату. Им оказался 25-летний житель Подгородного. Ранее несудимый. Откуда у него граната, неизвестно. Он категорически отказывается сотрудничать со следствием. Він, ссылаючись на 63-ю статью Конституции Украины, відмовляється від дачі будь-яких свідчень проти себе. Зараз знаходиться в лікарнях 5 осіб. В них легкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження. Ми чекаємо на заключення судмедекспертизи стосовно ступеню тяжкості їх тілесних ушкоджень. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство». Задержанному грозит пожизненный срок. Елена Медрюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал «Интер. Днепр».